Что только можно было в этой жизни. 17 лет я на шахте за сядьку проработал. Призван был на флот, прослужил на флоте. Вернулся опять на шахту за сядьку. Проработал 40 лет на шахте за сядьку. Дважды попадал под взрыв. И слава Богу, Бог меня провел долиной смерти. Рим. Танчар, вот, я вас приветствую. Вы знаете, мы, вот друг мой моряк, тоже который 20 лет, 25 лет плавал, вот, нам не безразлично, мы каждый день, когда происходило на Украине против этой власти, бандитской власти, мы проходили, нас мало было, но мы были, ходили каждый день на митинг. И вы знаете, слава Богу, что нам осталась эта свобода. И вы знаете, за свободу гораздо тяжелее бороться, чем ее отстаивать. Нам сейчас любыми судьбами надо отстоять эту свободу и не допустить, что в нашу Украину опять его сторон, туда, в Украине, на Украину. Я имею в виду, Путин, это оккупант, который хочет оккупировать нашу землю. И вы знаете, мне не безразлично, я хожу сюда, чтобы я не политик, никакой политики я, но мне не безразлично, что сейчас происходит на Украине. Жаль вам, Жанис, давайте вместе будем отстаивать нашу свободу, чтобы наши дети, внуки, жили в нормальную европейскую страну. Как живут другие цивилизованные. Вітаю вас, славний Донбас. Я не є мітинговий оратор. Я хочу вам сказати, я пам'ятаю, як починався Майдан в Києві. І ми пам'ятаємо, як вийшло небагато, вийшло десь 200 студентів. І тоді здавалося, що нічого не вдасться зробити. І ми побачили, як це був лише початок. І це почалося, і зрештою ми вийшли по всій Україні, і ми перемогли. І тому в будь-якій ситуації не можна вішати носа. Ми маємо знати, що правда за нами. І тому